29 октября в Тверском областном суде началось судебное следствие по делу 32-летней Юлии Дмитриевой, обвиняемой в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также убийстве малолетней. В обвинительном заключении говорится, что вечером 4 ноября прошлого года Дмитриева, находясь в доме деревни Саватьево, нанесла своему сожителю несколько ударов банкой из-под кофе, трехлитровой банкой, а также точильным станком. Через несколько дней Дмитриева, находясь в квартире дома по проспекту Ленина в Твери, совершила убийство своей 4-месячной дочери в связи с тем, что девочка вела себя беспокойно. В рамках расследования этого уголовного дела следователем регионального следственного комитета возбуждено еще одно уголовное дело. Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 4-месячной девочки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних преступлений, предусмотренной частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. Напомним, преступление было совершено в субботу, 10 ноября прошлого года. Из материалов уголовного дела следует, что женщина до 4 ноября 2018 года проживала совместно с своим сожителем и их совместной малолетней дочерью, которая состояла на учете в детском отделении Калининской ЦРБ. Также установлено, что отец девочки, ранее судимый за совершение преступлений, в том числе против личности, находился под административным надзором, а за неоднократные нарушения установленных ограничений и обязанностей, кроме этого, был привлечен к уголовной ответственности. Сам мужчина официально не был трудоустроен и проживал на случайные заработки. А еще следствием установлено, что сожитель в состоянии опьянения поднимал на мать своего ребенка руку, за что привлекался к административной ответственности и поставлен на профилактический учет в Калининский отдел полиции. Мало того, по нашим данным, и отец, и мать ребенка употребляли наркотики. Несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на обеспечение защиты прав и законов интересов несовершеннолетних, а также на проведение индивидуальной профилактической работы, своевременного выявления семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудниками полиции, также медицинскими работниками, осуществлявшими патронаж за ребенком в возрасте до 1 года, также иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей ребенка, а также своевременному выявлению данной семьи, малолетней девочки, которая находилась в социально опасном положении, а также ее изъятию из данной семьи, принято не было. Таким образом, указанные бездействия в конечном итоге привели к совершению, к сожалению, такого тяжкого преступления, убийства девочки 10 ноября 2018 года. В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, включая действия или бездействие должностных лиц всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних. Сегодня в судебном заседании допрошены потерпевшие и свидетель. Допросы свидетелей продолжатся в Тверском областном суде 6 ноября.